Добрый день, дорогие коллеги. Хочу попросить вас, посмотрите, как слышно, как видно. Если слышно и видно, ставьте плюсики, и буквально через пару минут мы начнем наш вебинар. Все отлично, вижу, что связь у нас есть, все работает. Еще раз всем добрый день, разрешите представиться, меня зовут Таисия Головач, я руководитель сервисного направления в компании Air Tours. Наша компания была рада принять участие в вебинаре «Люкс Черногория» с компанией TPG, с нашим партнером многолетним уже на территории Украины. Сегодня я расскажу о другой Черногории, о Черногории для VIP-туристов и, надеюсь, расскажу причины, почему стоит отправлять в этом году в Черногорию гостей VIP-класса, VIP-уровня. Компания Air Tours с 1993 года работает на рынке в Черногории. Более чем 25 лет компания зарекомендовала себя как один из надежных и стабильных партнеров на территории Черногории и Сербии. Это немаловажно в наше время. Также компания Air Tours работает с крупными операторами, работает более чем с 1500 у нас контрактов в различных гостиницах, и на многолетней основе у нас уже приятельские отношения с многими менеджерами в гостиницах, что немаловажно. Также, если есть какие-то вопросы, то не побоюсь этого слова, на основе вот человечности, приятельских отношений достаточно легко решаются любые вопросы с туристами, также с бронированиями. Вот как раз это такой наш основной приоритет, наш основной плюс нашей компании. Страна Черногория долгое время больше ассоциировалась с таким демократичным отдыхом, но в 2020 год показал то, что хоть этот год и был достаточно тяжелый для туристической индустрии и для туристической отрасли в целом, и для Черногории в целом, но также была положительная тенденция в процентном соотношении, да, например, у нас было больше гостей, кто выбрал отели 5 звезд, VIP-уровня и открыл для себя Черногорию. Так как была закрыта Италия, а это основной такой конкурент, то многие менеджеры рискнули отправить своих гостей на другой берег Адриатики, в Черногорию, и познакомить туристов с нашей страной. Черногория – страна ярких эмоций. Для многих гостей VIP-уровня, для них, ну, гостиницы тяжело удивить, а вот именно эмоции, впечатления оставить – как бы это достаточно тяжело некоторым странам, но у Черногории как раз есть этот потенциал. Во-первых, два аэропорта, Тивот и Подгорица, принимают частные самолеты, также есть услуги бизнес-зала, фаст-трека. Можете уточнить тарифы у наших партнеров, у TPG. Также в последнее время идет такими достаточно большими шагами с учетом привлечения иностранных инвестиций. В Черногории есть яхтенные марины мирового класса. Это Порто Монтенегро, Порто Нови, Луштица. Сегодня я вот как раз буду рассказывать про гостиницу Зачеди, которая находится на Луштице. От нашей компании мы предоставляем трансферы на машинах VIP-класса, V-класса, S-класса, E-класса. Ну и в то же время, как раз чем запомнится Черногория, наша компания предоставляет индивидуальный сервис для гостей, это индивидуальные туры, прогулки на яхте, рыбалки, экскурсии по городам под охраной ЮНЕСКО, такие как Котор, Перест. Ну и также у нас часто работаем с индивидуальными запросами, достаточно написать пожелания гостей, фантазия у нас большая, опыт большой в Черногории, так что мы можем составить программу, исходя из там день рождения или непосредственно какой-то праздник, или же мастер-классы, сейчас очень популярны стали именно кулинарные мастер-классы. Ну и также еще хочу отметить, что страна Черногория – это страна гедонистов. А многие именно на вкус запоминают Черногорию, потому что красивые закаты, звездное небо, рестораны вдоль кромки воды, свежайшая рыба, морепродукты и очень много сейчас поваров хорошего класса, хорошего уровня прибыли в Черногорию, и вот они как раз максимально стараются, чтобы гости прочувствовали Черногорию. И в том году, кстати, было достаточно тоже интересно, что
большой был интерес к устричным фермам, к аутентичным, именно такому вот, при вас открывают устрицу, тут готовят. Вот, многие гости ездили как раз на устричные фермы, на винные туры, посещали частные виноградники в районе Скадарского озера, в районе реки Цирновеча, прям в таком индивидуальном порядке, прям просились. Мы раньше, конечно, это организовывали больше для французов, у нас раньше были французы, но вот было удивление, что в этом году многие вот такой гастротуризм, он для многих туристов интересен. Сейчас я расскажу вам о гостинице Чеди. Сейчас открою презентацию. Так. Гостиница Чеди находится на полуострове Лушчице. Если кто не знает этот курорт, это достаточно такой уединенный курорт, и даже если не брать 2020 год, даже в самые жаркие месяцы на полуострове Лушчица можно было отдыхать достаточно спокойно, умиротворенно, пышная растительность, там находятся пляжи, которые входят в десятку пляжей, самых лучших пляжей в Черногории. Вот как раз Лушчица, гостиница Чеди, выбрали такую уникальную локацию, гостиница 5 звезд. Чем еще удобно? Во-первых, 14 километров всего от аэропорта города Тивата, и на индивидуальном трансфере это всего 15 минут до гостиницы. Современный элегантный пятизвездочный отель, который вот как раз прекрасный шанс открыть Черногорию с ее потрясающей природой, потому что как раз если заехать даже на Лушчицу, то ощущение, что ты в другой Черногории, вот такой именно умиротворенный, красивый, потрясающие горы, пейзаж, вот яхтенная марина, вот частная резиденция, это как раз все возле гостиницы The Chedi. Там есть чем заняться, находятся рядышком небольшие магазины, ну, именно с местными марками, несколько ресторанов, ну и сама гостиница по максимуму пытается создать досуг своим гостям, это вот активный образ жизни. Как раз чем еще плюсы гостиницы The Chedi, это номера. Как раз сейчас откроем. Номера оформлены достаточно лаконично, это панорамные красивые окна, откуда открывается вид на залив, на красивые вот эти горные массивы, также на яхтенную марину. Плюс в элементах декора The Chedi, так как это азиатская цепочка гостиницы, использованы вот как раз такие вот красивые лампы, плюс это максимум света дневного. Так, и гостиница, одна из первых, тоже получила сертификат Safe Travels, это безопасный отдых для гостей в условиях пандемии, в условиях коронавируса. Обратите внимание, вот на столиках находятся айпады, бесконтактное общение с персоналом, на айпаде буквально в несколько кликов можно заказать еду в номер, можно забронировать себе посещение спа-центра, это как раз все через современные технологии, через айпады. Так. Вот, Grand Superior Room, тоже достаточно хороший номер, обратите на него внимание, если будете выбирать подборку для своих туристов. Очень красивая такая ванна с панорамным окном, с видом на море. Также в гостинице используется косметика Aqua di Parma, которая очень тоже считается хорошего качества. Ну вот, все номера вот выполнены в таком именно современном стиле. И отдельное внимание охота уделить гастрономии, ресторану, гостинице. С прошлого года тоже было принято решение по максимуму использовать сезонные продукты, и шеф-повар ресторана использует местный черногорский сыр, мясо, привезенное с севера страны, из Калашина, из Жаблика, местные продукты, фрукты, овощи, именно сезонные, и на основе этого составляется меню ресторана. А также из инфраструктуры это бассейны, открытый-закрытый бассейн, очень хороший спа-центр, соединение именно философия Запада и Востока, используется очень хорошая косметика, Воя, вот это как раз в спа-центре, также есть сауны, вот открытый бассейн. Чем еще славится The Chedi? На территории гостиницы проводятся периодические выставки работ современных художников, интересных дизайнеров из Италии, из Венеции. Вот если гости интересуются искусством, то можно даже приобрести какие-то экземпляры для себя.
плюс еще большой гостиницы, собственный пляж, и есть еще трансферы на два соседних пляжа, если гости захотят. А собственный пляж, где предоставляются лежаки и зонтики бесплатно. Плюс ко всему в этой гостинице, вот посмотрите, какой потрясающий бассейн с панорамным видом. А в прошлом году тоже было принято решение по максимуму занять гостей. Это чудесный кинотеатр под открытым небом с домашним попкорном. Гости под открытым небом на огромном полотне смотрят фильмы любимые. Также проводились мастер-классы для детей. Дети готовили пиццу, мастер-классы для взрослых, готовили что-то из местных блюд. Также проводились вайн-тестинги. Это дегустация вин, что тоже очень хорошо, катание на сап-досках, на квадроциклах. Также был построен, открыт ресторан в форме маяка, это романтичное такое место, достаточно, как в фильмах, да? Все встречи проходят на маяке. Вот как раз гостиница Зачеди – это такой оазис уединения, покоя, умиротворения, такая нетипичная Черногория. Ну, я надеюсь, вас познакомила с гостиницей. Если будут какие-то вопросы, то с радостью ответим. Пишите в отдел бронирования наших партнеров TPG. И я приглашаю сейчас следующую участницу, Айнару Хусейнову. Это отель, который мы ждем в этом году. Гостиница One in Anli. Я включаюсь. Добрый день. Таисия пригласила сейчас меня. Ильнару мы тогда сделаем чуть попозже. Подскажите, пожалуйста, меня слышно, видно? Ага, отлично. Смотрите, вот мне компьютер говорит, что Таисии надо закрыть презентацию сначала Чеди, чтобы я смогла открыть слайды Regent Porto Montenegro. Мы с вами сейчас поговорим об отеле Regent Porto Montenegro, но для этого мне нужно переключиться на свою презентацию. Так, отлично. Подскажите, слайды сейчас появились? Видно вам? Отлично. А Regent Porto Montenegro, ну, я надеюсь, что многие уже знают, слышали или, может быть, даже кто-то бывал у нас на курорте, поскольку вот благодаря партнерам, которые сегодня нас сюда пригласили, Air Tours, очень много работаем с украинским рынком, очень рады и благодарны, что компания TPG нас сегодня пригласила. У нас действительно за прошедший год побывало очень много гостей с Украины, и партнеров из Украины, и просто туристов, и, в общем, мы надеемся, конечно, что этот сезон мы будем с вашей помощью, с вашей поддержкой продолжать в том же духе. Regent Porto Montenegro – курорт относительно молодой, он открылся в 2014 году, ну и фактически вот с начала 2015 года шла, в общем-то, стройка, добавлялась инфраструктура, добавлялись какие-то объекты, расширялась сама марина. Этой зимой мы тоже время не теряли, провели еще дополнительную небольшую реновацию, провели реновацию в лобби, в спа-центре, и когда вы окажетесь у нас в этом году, то вы увидите, как весь наш проект уже в финальном виде так сияет красотой. Наш отель всего 10 минут от аэропорта Тивата, то есть, как правило, в сезон вся полетка из Украины именно сюда, в Тивот. Сейчас, если вы из Подгорицы едете, это полтора часа примерно. Отель стоит на первой линии, на море. Это марина, яхтенная марина для суперяхт Порто Монтенегро. Ну и поскольку вот мы сегодня говорим, да, о таком премиальном, люксовом отдыхе в Черногории, как правило, если клиенты или какие-то, да, люди, которые, может быть, увлекаются парусным спортом или яхтингом, или владеют, может быть, своими яхтами, или путешествовали на яхтах, то про Порто Монтенегро они наверняка как минимум наслышаны, потому что это сейчас одна из ведущих топовых марин, не только на Адриатике, но вообще на Средиземноморье.
Наш отель изначально задуман был как бутик-отель небольшой, но спрос на марину, на само это место оказался такой большой, что вот курорт разросся. Сейчас у нас 3 корпуса и всего 175 номеров, 450 яхтенных причалов. Ну, в отеле уже больше ничего добавляться не планируется, а марина, возможно, будет даже расти и дальше. Если посмотреть вот на план, да, то вы увидите, что есть одно здание, желтенькое такое, оно называется Венеция. Это основной корпус. Вот как раз Таисия начала свой рассказ, да, о люксовой Черногории, из того, что для многих это как бы так неожиданно стало альтернативой Италии. Вот мы находимся в регионе, который называется Бока-Которская бухта, и помимо того, что это один из самых красивых, таких романтичных, живописных частей Черногории, это и очень... А итальянская часть Черногории когда-то на протяжении нескольких веков она входила в состав Венецианской республики, и в Тивате, в соседних городках, в Пирасте, в Которе очень-очень сильно итальянское влияние венецианское, в принципе, оно проявляется во всем, от архитектуры до кухни. Вот, наш основной корпус называется Венеция, наш главный ресторан называется Мурана, на первом этаже у нас есть совершенно потрясающая галерея предметов из Мурана, муранского стекла, от украшений до предметов интерьера. Очень много, естественно, в ресторанах блюд итальянской кухни. Вот, если бы не пандемия, то в Которе бы в феврале, или вот, да, обычно вот как раз в эти дни бы проходил Которский фестиваль, который такая мини-копия венецианского фестиваля. Вот, ну, конечно, в этом году все отменили, но дай бог восстановится потом. А, значит, корпусу Венеция примыкает еще два здания, вот вы видите их тоже на картинке, они называются Аква и Байя. Разница между корпусами исключительно в интерьере номеров. В Венеции располагается вся основная инфраструктура, спа, конференц-залы, бальный зал, ресепшн, лобби, рестораны, а корпус Аква и Байя – это только номера. И между ними, как вы тоже на картинке можете увидеть, огромная такая зона с бассейнами. Я вам ее тоже чуть попозже покажу более подробно. Ну, что хочется отметить, что наш курорт круглогодичный. В принципе, мы открыты и сейчас. Закрывались мы в связи с пандемией только один раз на несколько месяцев в прошлом году. Почему всегда делаю акцент на то, что изначально Порто-Монтенегро – это круглогодичный комплекс? Потому что у нас вокруг отеля очень интересная и разнообразная инфраструктура. По-английски мы себя называем luxury village, ну, то есть можно сказать, что это такой как бы мини-городок. Мини-городок, но при этом это не закрытая территория, сюда можно приехать, прийти, прогуляться. Но важно понимать, что это именно... место с такой определенной атмосферой именно вот роскоши, элегантности, какой-то неторопливости. Здесь никогда не гремит какая-то музыка такая вот дискотечная, бум-бум, да. Здесь никогда не бывает много народу. Здесь все так чинно, равномерно. Если бы, опять же, не вот такой вот необычный год пандемии, то уже сейчас мы бы рекламировали наше расписание мероприятий летнего сезона. У нас всегда было очень много музыкальных вечеров, концертов, яхтенных регат, каких-то селебрити визитов. Всего всегда было очень много. В этом году, безусловно, поспокойнее, но это пока, да, естественно, мы все надеемся, что потихонечку все будет восстанавливаться. Вижу, что задают вопрос в корпусе Байя номера. Да, да, в трех корпусах номера всего 175 номеров. Ну, насчет дискотек, да, пока что дискотек, наверное, не планируется, хотя вот буквально в 3 минутах от здания нашего отеля есть такое заведение, называется Latitude 42. Это такой, ну, как бы лаунж-бар, и вот в этом году там играли тоже периодически диджеи, и когда это было разрешено, то можно было даже потанцевать. А сейчас я хотела бы показать вам небольшое, но очень красивое видео про наш отель, потому что, как я думаю, что на видео всегда лучше увидеть один раз и лучше себе представить. Про пляж скажу, обязательно чуть попозже скажу про пляж тоже. Вот как раз, как вы видите на видео, да, своего непосредственно пляжа перед отелем нет. Когда вы выходите из отеля, перед вами большая набережная, роскошная действительно набережная. Я думаю, что она одна из самых красивых, какие сейчас есть в Черногории. Широкий такой променад. И вдоль этой набережной, слева и справа от отеля, рестораны, бары, магазинчики, бутики. Это место
дней вот как раз тема бутиков и шопинга, я думаю, что она всегда-всегда актуальна. Гости у нас самые разные, есть гости с детьми, очень много гостей парами. Отель такой имеет устойчивую репутацию такого романтического отеля, свадебного отеля, отеля, куда можно приехать, если молодому человеку сделать предложение руки и сердца своей даме. Сюда часто стекла интерьеры. Вернемся к нашей презентации. Я как раз буду стараться ответить на важные вопросы. Вот, в частности, по поводу бассейнов, да, пляжей и где у нас можно купаться. Естественно, когда люди отправляются в Черногорию, они знают, что Адриатическое море, оно прекрасное, чистейшее, и, конечно же, искупаться в нем хотят. Купальный сезон обычно где-то с мая, но в этом году, вот Таисия, да, не даст соврать, в Черногории очень теплая сейчас, даже нереально, просто теплая весна, там в некоторые дни чуть ли не под плюс 20. Вот, поэтому купаться, думаю, в этом году можно будет уже довольно рано. У нас есть бассейны, в частности, вот такая огромная зона, она называется Pool Club. Здесь 4 бассейна, 2 взрослых и 2 детских. Пользование, естественно, всей этой прекрасной зоной входит в проживание. Помимо того, что и как раз тоже, ну, иногда немножко так гости пугаются, да, что вот у вас нет своего пляжа, у вас только бассейны. На самом деле, я очень рекомендую нашу зону с бассейнами. Молодежь особенно ее очень любит. Место очень фотогеничное, как сейчас говорят, инстаграмное. А потом, опять же, здесь есть и батлеры, здесь есть VIP-обслуживание, можно заказать шампанское, еду прямо к вам на... к бассейну принесут, здесь есть такие VIP-тенты, которые можно арендовать отдельно, да, уже за дополнительную плату, но сейчас, особенно вот в период такой, как бы, эпидемиологической, да, ситуации, это очень популярно. Да, отель открыт наш и сейчас тоже. Помимо того, что есть вот эти наши прекрасные бассейны открытые, они работают обычно с начала сезона, ну, где-то плюс-минус с мая и вот там чуть ли не до середины октября, если позволяет погода. Куда вы еще можете пойти искупаться, если вы хотите в море? Во-первых, поблизости есть такое место, которое называется пляж Вайкики. Запомните это название такое, да, очень яркое, Вайкики Бич. Это из отеля пройти минут 10-15 просто по набережной вдоль моря. Этот пляж Вайкики не имеет никакого отношения непосредственно к курорту Порто-Монтенегро, но это в пешей доступности ближайший красивый, полностью оборудованный пляж, куда вот часто наши гости уходят, если им хочется искупаться в море. Ну и поскольку мы говорим об эксклюзивном, о VIP-отдыхе, то у нас также есть коллаборация с очень красивым пляжем, бич-клабом так называемым, который называется Адриатика. До него можно добраться по воде от отеля. Вы видели, да, что отель стоит прямо перед причалами. Отходят такие небольшие катера шестиместные, которые наших гостей возят в сезон вот на этот замечательный пляж Адриатика. Что в нем очень... здорово, это, во-первых, то, что там белый насыпной песочек. Вокруг, в этой зоне Каторского залива, там в основном мелкая галька. Вот. А здесь насыпной песочек, но он привозной, его как раз перед сезоном завозят. И здесь очень-очень классный, известный, вкусный ресторан свежайших морепродуктов, такой авторской кухни. Поэтому, если вы сюда приезжаете на целый день, вы заодно и можете здесь очень вкусно покушать свежайшими, потрясающими морепродуктами. Плыть до этого местечка 15 минут. И почему я такой вот делаю акцент на разных вот этих опциях, да, бассейны, пляж Вайкики, пляж Адриатика, куда можно доплыть? Потому что, как правило, люди, когда они выбирают Порто-Монтенегро, они уже понимают, да, что это не типичная концепция пляжного отеля, а несколько более изысканное, нечто большее. Сколько стоит трансфер? Трансфер стоит 40 евро, это уже включая полную цену, туда-обратно сам катер, вход, доступ на пляж, лежак и зонт. То есть это полностью пакет одного дня.
Наши гости, как правило, очень ценят это место за то, что, ну, Порто-Монтенегро, да, за то, что вы можете варьировать ваш отдых и сочетать. Пару дней вы тусовались в самом Порто-Монтенегро, гуляли, отдыхали в бассейнах, фотографировались, безусловно, сделали миллион запоминающихся селфи для своего Инстаграма. А, парковка, да-да, парковка есть обязательно для гостей отеля, парковка бесплатная. А пару дней вы, возможно, не купались, потому что вы уезжали на экскурсии. Наверное, тоже большинство знают людей, что в Черногории прекрасная экскурсионная программа. И приехать в Черногорию хотя бы пару дней не съездить на экскурсии – это как бы большое упущение, да? А вернулись обратно. Еще пару дней, допустим, брали вот такую опцию и плавали на катере до пляжа Адриатика, заодно любовались красотой Каторского залива, у вас как бы был пляж, она же морская экскурсия, да, совмещенная все в одном. И, допустим, пару еще дней в таком режиме, да, более расслабленном, и вам не хотелось уже никуда плыть, никуда ехать, вы просто пешочком сходили до пляжа Вайкики. Вот, поэтому мне кажется, что как раз отсутствие пляжа в некотором смысле плюс, потому что гости могут разнообразить локации, разнообразить обстановку, разнообразить пейзаж, который их окружает. Также у нас в отеле есть совершенно чудесный спа, спа-центр. Он не такой большой, но он очень известный своим высоким качеством процедур. И вот в этом году мы сделали такую фишку спа-приве. Услуга спа-приве – это возможность арендовать весь спа-центр, закрыть его исключительно только под вас. В вечернее время стоит 250 евро. И вот если это действительно приехали VIP-гости, и они хотят сделать вот такой подарок своим спутникам, да, то вот можно как бы как раз взять такую услугу спа-приве. В спа-центре у нас есть закрытый бассейн, зона с джакузи, хамам, сауна, парная. Это все бесплатно, входит в стоимость проживания, доступ в спа. И также есть вот такой очень красивый панорамный небольшой открытый бассейн. Вот, это все, что касается возможностей, да, такого как бы спа, есть фитнес-зал небольшой в самом отеле, перед отелем есть большая площадка, где в сезон бывают занятия йогой, различные спортивные мероприятия, вы также можете себе заказать индивидуальных инструкторов. Рядом в соседнем с Риджентом здании располагается большой очень современный спортцентр, который относится к комплексу Порто-Монтенегро. Если гости активные, спортивные, любители здорового образа жизни и не хотят отклоняться от намеченной цели, даже отдыхая в Ридженте, то вот как раз, пожалуйста, есть такая прекрасная возможность пользоваться различными спортивными мероприятиями. А что касается спа, то также мы сейчас сделали возможность заказа спа-процедур в номер. Опять же, да, ну как бы есть такая тема, что есть какие-то гости, которым хочется больше приватности, уединения, пожалуйста, можно бронировать процедуры в номер. И также ввели сейчас новую программу, называется «Укрепление иммунитета». Суть ее в том, что вы можете бронировать проживание в совокупности со специальным таким диет-меню, вот, где сбалансированное питание со всякими там более витаминизированными блюдами, специальными фиточаями, укрепляющими иммунитет и так далее. И также туда входит определенный какой-то наборчик спа-процедур, таких более с укрепляющим здоровье, скажем так, эффектом. Вот, тоже можете узнавать об этой программе у партнеров, у компании AirTours, у TPG. Обязательно даже информация будет. Немножко покажу буквально парочку фотографий номеров. Это корпус Венеции. Отмечу, что корпус Венеции известен своими такими дизайнерскими номерами, которые сделаны, как будто бы вы находитесь в каюте круизного лайнера. Здесь такой яркий дизайнерский морской стиль. А номера из самых разных категорий, не буду заострять на это внимание. Опять же, как бы, да, и TPG, и AirTours, коллеги прекрасно знают, были у нас, видели, какие у нас есть типы номеров, самые разные. От более бюджетных супериоров до таких роскошных уже люксов с одной спальней, с двумя спальнями, с тремя спальнями. Пожалуйста, если нужно что-то законнектить, дополнительно там разместить какую-то нетривиальную конфигурацию дети, дополнительно там няни или еще что-то, пожалуйста, все это мы сделать можем. Я всегда со своей стороны от души рекомендую брать номера с видом на море, потому что, конечно, виды – это изюминка отеля Regent, да, вот если есть вопросы с пятизвездочных разных номеров, разных отелей, что выбрать, вот очень рекомендую вам вот такие вот прекрасные номера Seaview, действительно с потрясающими видами на Марину, на залив. Я считаю, что это наша изюминка.
Вижу, что в чате есть много вопросов по питанию, тоже буквально пару слов скажу. Смотрите, отель у нас работает на завтраках, завтраки уже входят в стоимость номера. All-inclusive у нас системы нет. А завтраки сейчас в Черногории во всех отелях в связи с пандемическими правилами а-ля карт. Соответственно, вы по меню можете заказать. У ресторана «Мурана» есть закрытая территория, есть такая вот прекрасная, потрясающая терраса. Задали вопрос, работает ли отель сейчас. Да, сейчас отель тоже работает. Вот в данный момент, да, вот прям сегодня, пока мы с вами разговариваем, сейчас идет во всех отелях Черногории правило, что питание в номере, но это временно. Естественно, мы говорим о летнем сезоне, безусловно, рестораны, все будет открыто, мы надеемся. Кроме ресторана данного, у нас есть еще один ресторан, называется «Уголок гурмана». Здесь тоже можно обедать или ужинать в течение дня. Еще такой важный момент, что у компании Air Tours есть опция полупансиона. Дополнительно за доплату можете забронировать полупансион или даже полный пансион с обедами, с ужинами. Вот, тоже как бы по запросу любые потребности клиентов можем воплотить. Бар. Обязательно тоже есть library bar в таком английском стиле. У него есть внутреннее помещение и такая совершенно чудесная открытая терраса. Параллельно вижу, вопросы были про фитнес. Да, у нас есть маленький фитнес-зал в отеле, большой фитнес-центр рядом с отелем. У нас есть в отеле, в спа-центре салон маникюра рядом с отелем на территории Порто-Монтенегро. Да, есть салон красоты и парикмахерская. Изюминка нашего отеля – это бальный зал Теода. Прекрасное место для того, чтобы отпраздновать день рождения, свадьбу, какую-то частную вечеринку сделать. И просто в двух словах скажу, что вот благодаря этому зданию, этому залу отель Regent имеет репутацию такого статусного VIP-отеля. Очень часто, если в Черногории проходят какие-то встречи на высшем уровне, какие-то саммиты, какие-то мероприятия с участием селебрити, и какие-то международные, ну вот раньше там, да, до пандемии, например, проходили какие-то музыкальные или танцевальные, или еще какие-то развлекательные мероприятия, шоу-бизнеса и так далее, вот, как правило, площадкой становилась набережная Порто-Монтенегро и вот этот великолепный бальный зал Теода. Вот это корпус Аква, в котором, как я вот говорила, находятся только номера, и в корпусе Ба и Аква номера одинаковом дизайне, вот, более такой чуть-чуть современный, немного другая цветовая гамма. Территория Порто-Монтенегро, да, как я вот уже говорила, просто чуть-чуть сделаю на этом еще раз акцент, завершая уже свою презентацию. Бутики, бары, рестораны, вообще нет проблем, если у вас только проживание на завтраках, вы можете выйти и 3-5 минут и пройти в любой ресторанчик, если вы хотите покруче, более пафосно покушать, подороже посидеть, это будет на территории нашей, если надо чуть-чуть подешевле, может быть, хочется что-то более попроще или аутентичного, просто чуть-чуть прошли вперед, вглубь Тивата, миллион заведений, уже чуть подешевле, да. Ближайший городок Котор, 10-15 минут на машине, вы в Которе, пожалуйста. Можете обедать и ужинать в Которе, гуляя заодно по старому городу. А для детей, да, детское меню тоже есть, безусловно. И вот изюминка Порто-Монтенегро, это яхт-клуб, это все рядышком с отелем, да, 3-5 минут выйти из отеля, огромный шикарный бассейн, такой Infinity Pool. Сюда доступ имеют только гости отеля Regent, члены яхт-клуба Порто-Монтенегро, люди, которые проживают в Порто-Монтенегро на постоянной основе или имеют там апартаменты, или еще каким-то образом связаны с нами. То есть просто с улицы сюда не придешь. Так же, как и в наши, в отельные бассейны, тоже просто с улицы сюда зайти нельзя. И опять же, да, к вопросу, где бы искупаться, где позагорать, обязательно практически каждый наш гость, хотя бы денек, приходит вот в яхт-клуб и отдыхает вот здесь, в этом бассейне, обязательно тоже делает миллион фотографий. Ну и вот, как я уже сказала, это яхтенное место, поэтому очень часто у нас проходят регаты, ну, там, не берем, да, ситуацию пандемии, как бы, да, в мирное время. Исключительная фишка этого отеля – это то, что вам не нужно ни трансфер, ничего, чтобы отправиться на морскую экскурсию. Вы выходите из отеля, и ваша лодка, ваш катер, арендованная яхта, заказанная, да, она приходит за вами прямо к дверям отеля, забирает вас. Вы можете уплыть на целый день, вы можете из ресторанов нашего отеля заказать даже кейтеринг с собой, допустим, забронировать.
Вот, поэтому отдыхая в Порто-Монтенегро, я считаю, что это совершенно прекрасные возможности для того, чтобы полюбоваться Каторским заливом и именно водные морские экскурсии сделать. Ну, наверное, на этом я основную свою часть выступления заканчиваю, уступая место следующему спикеру. Из своей презентации выхожу и приглашаю Ильнару. Единственное, вот вижу вопрос по поводу детских кроваток. Да, детские кроватки есть. Маленькая для младенца кроватка идет бесплатно до 2 лет. И дальше есть возможность размещать ребенка либо, если он маленький, с родителями на одной кровати, либо можно за доплату ставить доп. Кровати. Ну, соответственно, это уже как бы дальше по индивидуально все обговаривается. Посмотрю буквально, какие есть ли еще вопросы. Детское меню. Ну да, бассейны нет. Бассейны у нас не подогреваются, к сожалению. Вот, это, наверное, надо тоже сразу учитывать. Но поскольку бассейны открываются с начала мая, и обычно май это уже очень солнечно, они довольно-таки быстро нагреваются, но, соответственно, потом медленно остывают. Русскоязычные каналы, да, детские каналы, если русскоязычные, да, тоже есть. Теннис, йога, да, все есть. Рядом с отелем есть 3 теннисных корта, открытые и закрытые. И есть площадка для йоги, можно групповые занятия посещать или с индивидуальным тренером. Вот, поэтому спасибо большое для внимания, выхожу. Всем видно мою презентацию? Добрый день, Лариса. Отлично, благодарю. Супер. Еще раз добрый день. Как я отметила, я рада вас приветствовать непосредственно из One and Only Porto Novo. Сейчас я нахожусь в отеле. Это один из наших комнат для совещаний. Итак, наш One and Only, как вы знаете, является частью более большого бренда. Это Kersner Brand, в котором находится One and Only, Atlantis Opal и Mazakan. One and Only Porto Novo будет являться первым отелем в Европе. Мы планируем открытие официально для гостей, чтобы мы приветствуем будем их с 1 мая, и таким образом это будет, конечно же, новая Ривьера на Адриатике. Мы расположены недалеко от Риджента, буквально, если брать от аэропорта Тива, это 50 минут, но вот полчаса от Риджент Порто Монтенегро. И, конечно, вот сейчас вы видите на фотографии дизайн нашего курорта. Это в основном прослеживается венецианский стиль, так как вообще Бока Каторская бухта в этом плане, она была под долгим влиянием Италии. Естественно, вот венецианский стиль прослеживается во многих городах. И конечно же, мы при выборе дизайна учитываем этот момент тоже. Сейчас также на слайде вы можете увидеть наш частный песчаный пляж и вообще расположение. Я более детально расскажу в следующих слайдах. Немножко уже отметила, что мы находимся недалеко от основного аэропорта, это Тива. В принципе, у нас будет несколько опций при прибытии. Это, естественно, конечно же, это аэропорт в Хорватии Дубровник, Тива и Подгорица. У нас уже готовы трансферы, то есть брошюра для трансфера, и мы будем в основном предлагать, конечно же, трансфер, разные опции Mercedes и класс, S-класс и так далее. Но сейчас, что мы еще также работаем над другим альтернативным проектом, чтобы организовывать трансферы на частных лодках непосредственно из аэропорта Тивата. Так что мы будем держать вас в курсе, чтобы таким образом мы могли сократить время для наших гостей, чтобы, как говорится, они быстрее могли доехать до нас и начать свой, как говорится, experience непосредственно с нами. Но если брать, например, Тивет и Дубровник, это приблизительно будет занимать 50 минут, около часа, но летний период, конечно же, может быть чуть больше, в зависимости от того, насколько будет загруженность на границе. Ну, надеемся, нормальный летний период.
Что мы все ждем? Конечно, вы все знакомы, и вы все знаете, какая же прекрасная страна это Черногория. Я сама непосредственно переехала в Черногорию в 2019 году из Atlantis The Palm. Я работала там тоже в отделе продажи, но, будучи здесь всего почти 2 года, не могу не отметить красоты Черногории, потому что именно landscape, ландшафт здесь изумительный, особенно по Кокаторской бухте. В течение круглого года очень солнечно, тепло, и таким образом мы, конечно же, будем предлагать нашим гостям различные уникальные туры в Котор, Перест, и также хайкинги, и чтобы, будучи в нашем отеле, у гостей была разнообразная программа. Касательно наших номеров, у нас 123 разных категорий номеров, 105 из них у нас стандартные комнаты, они размером 66 квадратных метров, общая площадь, из которых 55 это комната, включая ванную. Ванну мы называем unsuit bathrooms, и 11 квадратных метров у нас терраса или балкон, в зависимости от расположения, на каком этаже находятся комнаты. Комнаты, основное различие у них будет, куда смотрит комната, то есть вид. Они начинаются от Porto-Novi rooms. Porto-Novi rooms у нас смотрит на сады или Porto-Novi проект, так как мы являемся тоже частью Porto-Novi общего проекта. И дальше у нас Bayview, Panoramic Bayview и так далее. То, что вы видите сейчас на фотографии, дизайн всех 105 комнат идентичен в плане того, что вот у нас King Size Bed, у нас есть также, мы предлагаем Queen Beds тоже. Есть у нас также опция для семейной опции, потому что у нас есть комнаты, которые можно между, ну, как бы interleading, они связываются общим коридором, и таким образом у нас будет family rooms и family suites предлагаться. Цену у нас на основе включает уже завтрак, включает налоги, за исключением городского налога, city tax, но так у нас уже включаются все налоги и завтрак. Также мы будем предлагать нашим гостям опцию полупансиона. Полупансион будет варьироваться в зависимости, то есть гости могут выбрать или обед, или ужин, с учетом их программы и пожеланий. И у нас будет 4 общих аутлета, 3 ресторана и 1 бар, из которых они смогут выбрать по желанию. Касательно наших сьют номеров, у нас будет 5 панорамик бейви сьютов, когда была реновация в отеле. Отель абсолютно новый, Оксана, мы еще даже не успели открыться, к сожалению, мы планировали открытие летом прошлого года, но в связи с ситуацией с коронавирусом мы не смогли, и мы перенесли открытие вот на весну этого года. Так что это абсолютно новый отель. Сейчас у нас в основном идут работы, которые дороги, парки вокруг отеля, и так что свеженький, скажем так. Касательно, да, сьют комнат, у нас 5 панорамик бейви сьют, и есть также у нас наш signature сьют, который находится на самом высшем этаже, верхнем этаже, сьют 1. В принципе, этажи у нас максимум 5 этажей, и, конечно же, категория Porto-Novi начинается с 1-2 этажа, и далее уже поднимается, чтобы было больше вид на Бока-Каторскую бухту. Это спальная комната, сьют 1, это у нас 1 комната, но у нас есть отдельная гостевая, именно отдельная столовая, и также, конечно же, просторная терраса 79 квадратных метров, где есть также своя зона для обеденная зона, зона для лонч-зона, где у нас есть диван. И, конечно же, что важным, немаловажным моментом, что у нас является, у нас вообще элемент воды и огня прослеживается на территории всего курорта. У нас есть камин в наших комнатах, во всех комнатах есть камин. Сейчас вы немножко-то далеко, здесь не совсем открыто видно на фотографии, но в спа тоже есть камин. То есть вот этот элемент, потому что мы будем функционировать в течение круглого года, не закрываемся
ориентироваться на зимний сезон, и таким образом, благодаря вот дизайну, камину, мы будем создавать такую уютную атмосферу для наших гостей, чтобы даже в зимний период они чувствовали, как же у нас тепло и комфортно. И, конечно же, мы будем, у нас будет специально тоже тематические такие у нас предлагаться, связаны там еда, напитки, у нас будут разные коктейли. Живая музыка будет и дискотека. Да, я отмечу насчет этого, в Топасаке у нас будет, во всех ресторанах это у нас будет фоновая музыка, но также будут тематические дни, когда будут выступления, и диджей-программа будет в Топасаке клубе. Я расскажу чуть-чуть это далее, на другом слайде. Непосредственно, то есть у нас также есть категория, это виллы, у нас есть две виллы, вилла 1 и вилла 2, вилла 1 это у нас 3 спальни, вилла 2 у нас 2 спальни, находится на территории основного курорта, но также мы будем предлагать 10 дополнительных уединенных вилл, что мы называем также private homes, и отличительная черта, то есть каждая из вилл, естественно, у нее будет частный свой сад и также бассейн, но что у Private Homes также есть свой частный песчаный пляж. То есть у нас настоящий реальный песчаный пляж на территории нашего курорта непосредственно. И, конечно же, наши виллы в зависимости от пожеланий, то есть у нас есть 3 спальни, 2 спальни и более просторные, которые 4-спальневые тоже. Наша кухня, то есть мы реально, мы хотели объединить насколько человек вилла. Виллы у нас 7-9 человек, то есть в зависимости от виллы реально, то есть у нас есть 3 спальни, где у нас 2 king и 1 queen, и также есть комната для няни, то есть минимум 7-9 человек это для виллы, а 4 спальни там и более. Я могу реально после презентации отправить вам рассылку на наши цены, где также у нас есть каждая категория комнат, мы приписываем, сколько человек можно в зависимости от категории комнат. Касательно нашей кухни. У нас 4 аутлета, 3 из них ресторана. Основной наш ресторан это La Veranda, в котором будет предлагаться черногорская кухня, традиционная черногорская кухня, балканские блюда. Этот у нас ресторан, где мы будем сервировать наши завтраки, обеды, ужины в зависимости от сезона. Далее, я уверена, все знают имя Джорджо Локотелли, потому что мы также это будет третий ресторан, который мы открываем в нашей группе Керзнер. У нас один ресторан также есть в Атлантисе, и мы здесь будем открывать Саби Бай Джорджо Локотелли, то есть мы с ним будем сотрудничать, и таким образом мы будем, у нас есть опция, у него есть мишленовская звезда, которую он получил в своем ресторане в Лондоне. Итальянская кухня, но это не стандартная итальянская кухня, здесь будет очень много свежих продуктов, морепродуктов, разные тематические тоже будут, особенности летом, там будут вечера после пляжа, а у нас будет, например, коктейль finger food, коктейли каждый день или коктейли, тоже в зависимости от сезона мы будем варьировать программы. Далее у нас Топасаки Клаб. Топасаки Клаб это один у нас, площадь, место, которое объединяет несколько вариантов. То есть у нас есть Pool Club, это бассейн, где у нас есть зона для кабаны, 6 кабан у нас будут там. Также у нас, мы его называем One Swing, это неотъемлемый элемент One and Only курортов также. И также есть у нас аквабар. То есть в течение дня это зона, а у нас будет диджей, программа диджея, музыкальная, более такая, это место, которое более такое вайбрат, мы называем более такое активное. Далее также эта зона, там есть ресторанная зона, и в которой у нас будет современный японский ресторан, предлагаться блюда, и также у нас есть верхний этаж, который у нас шиша-лонж. И таким образом в течение дня это будет такое пати-место, а далее у нас потом ресторан, и шиша это более такая лонжевая, получается вечерний более уютная.
И community бар — это у нас основной бар, который находится в лобби, и мы будем предлагать разные опции для оператива, наши чайные процедуры тоже. То есть, например, если вечером кто-то хочет прийти, расслабиться, посидеть, то community непосредственно недалеко от основного лобби будет одной из самых комфортных опций. Наше спа. Спа у нас будет реально уникально, потому что мы сотрудничаем, наш партнер — это у нас Шино бренд, у нас здесь будет Шино метод, и у нас специфично будет Шино и спас. Вся территория, то есть общая площадь спа — это 4000 квадратных метров, 28 процедурных комнат, 27 из них, которые являются для массажной комнаты, на одного человека, но также есть у нас спа-сьют, именно для пар. И таким образом мы будем предлагать как медицинские процедуры, также и процедуры массажа и такие, как у нас будет также опции, как, например, Advanced Detox пакеты, BioLite, Detox меню. Это все моменты мы будем, естественно, предлагать нашим гостям. И мы, конечно, спа тоже будет работать круглый год. Один из наших бассейнов находится в спа, и как раз вы сейчас тоже можете видеть на фотографии элементы огня и воды. Это все фотографии реальные, настоящие. Мы делали фотосессию в сентябре прошлого года, и вот как раз рады и поделиться этим. Касательно наших бассейнов, на всей территории отеля 21 у нас разных бассейнов, но они разделяются между частными виллами, потом бассейны, которые в спа, и бассейны, которые есть перед кластерами. Но у нас будет непосредственно 6 бассейнов, которые для гостей всех отеля, и также у нас частный песчаный пляж тоже для гостей отеля. Если кто-то не проживает на территории нашего курорта, они смогут пойти, то есть наши бассейны и пляж доступен только для гостей отеля, а если кто-то хочет вне, то это будет Тапасаки Pool Club, в который можно будет навестить и прийти. Детский бассейн есть, он находится непосредственно перед Саби рестораном. Итак, и как раз то, что я отметила, у нас будет свой частный песчаный пляж. Это у нас искусственный, мы привезли песок извне, но таким образом мы создали идеальный пляж для наших гостей, и каждый год он будет обновляться для них. Я немного отметила в начале касательно наших разных развлечений. Непосредственно недалеко от нас, то есть на территории нашего курорта, у нас 2 теннисные площадки. Мы сотрудничаем с известным теннисистом Янко Типсаровичем. Он будет предлагать свои частные уроки. Также мы будем предлагать уроки, то есть дайвинг-классы. У нас есть классы кулинарного искусства, если вы хотите частным, то есть частный урок с шеф-поваром. Также у нас будет, например, такие как пэдлинг, различные водные активити. У нас есть отдельная команда Sports and Leisure, которая будет, особенности летний сезон, будет предлагать, то есть мы будем это все предлагагать нашим гостям. Мы не забываем наших маленьких гостей. У нас будет dedicated отдельный Kids Only One Tribe. Kids Only для более маленьких, а One Tribe это для подростков 12 лет и выше. Мы будем предлагать babysitting опции тоже, что пока вечером гости отдыхают взрослые отдыхают в одном из ресторанов, мы будем заботиться о ваших детях. Касательно наших залов для мероприятий, у нас есть один большой зал, конференц-зал, который называется Arena Ballroom, и 2 комнаты для конференции небольшие на 10 человек. Например, арена-зал, мы можем организовать мероприятие на 100 человек в формате круглый стол, но также у нас есть зеленые зоны, скажем, газоны, которые мы можем также предлагать в качестве мест для частных мероприятий, церемоний и так далее. Также, например, такие наши комнаты, как сьюты и виллы, можно будет бронируя их, можно будет там же организовывать наши частные мероприятия, и рестораны тоже будут предлагаться как full buyout опцию тоже. То есть
немного затронула про наше, то есть помимо того, что у нас находится на территории нашего отеля, там йога, мы будем предлагать йогу, фитнес, теннис и так далее, мы будем организовывать реально уникальные туры, как чтобы ознакомить наших гостей прекрасными, такой прекрасной, ну, как страной, как Черногория, будем организовывать туры на частных лодках Котор и Перест, у нас будет предлагаться дайвинг опции, тоже будут хайкинги на гора Ориен, и также у нас будет также, скажем, экспириенс такой, что на Роллс-Ройсе и с визитом и с гидом на виллу Тита тоже. И, в принципе, мы почти подходим к концу презентации. Мы являемся как часть проекта Порто-Нови, который на 60 акров. И в Порто-Нови находится отдельно Ди-Марин тоже. Например, у нас есть своя та же частная небольшая гавань перед Топасаки-клубом. И туда тоже, если кто-то... Мы будем предлагать... У нас будет свои две частные лодки Нера и Бьянка, мы будем организовывать туры, и если кто-то будет, скажем, приплывать к нам на своих, у нас будет вот такой вариант непосредственно в Ди-Марин и Порто-Нови или у нас, в зависимости от масштаба. И немного фотографий от нас. Это как раз у нас наш основной ресторан «Ла Веранда» с террасы. Это у нас каминетти-бар, лобби, который бар рядом с лобби. Это наш бассейн Вилли 1. И вот каминный элемент в наших комнатах в Порто-Нови. Это у нас то, что президент, signature suite на верхнем этаже. У него есть также своя вот такая зона для отдыха и качели. Это его гостиная. Suit One, ванная комната, это терраса, то, что я отметила, как раз вот сейчас вы видите зону там лонжа, также вот качели, и здесь с левой стороны находится обеденный стол, это наша сцена, это наш бодрый митинг-рум, а это у нас находится именно конференц-зона. Что удобно в плане конференц-зоны, у нас есть отдельный вход в основное здание, где лобби, но также зона конференции, у нас есть отдельный вход, что непосредственно очень удобно с точки зрения логистичной, потому что таким образом, например, если кто-то хочет организовать мероприятие, только одно мероприятие, без комнат или проживания, то таким образом тоже будет очень удобно, что непосредственно организовываем мероприятие в зоне конференц-зоны. Есть своя вот такая pre-function зона на открытом воздухе, мы называем его Il Giardino. Далее у нас будет непосредственно pre-function area, и рядом как раз у нас с правой стороны это у нас двери, которые в основном в зал. И вот это общая фотография нашей зоны Ла Веранды. И, в принципе, это наша спа, ресепшн, основная часть спа, и немного фотографий более интерактивных для бассейна, чтобы вы могли ощутить, как раз это пока что не наши лодки, но мы когда фотосессии делали, Порто-Нови нам помогал, и вот, в принципе, все. Давайте я сейчас, насколько человек... вилла, по-моему, да, 7-9 человек, в зависимости, то есть стартовый 7-9 человек, в зависимости от какой виллы. Мини-кухня есть, да, есть кухня, потому что батлер виллы включено, и дальше, и также вообще в private homes, там вообще просторная кухня, там вообще полностью оборудованная. Время работы спа, стоимость массажа. Спа работает, в принципе, начинает в зависимости от сезона, зона там реально меняется, но в среднем это будет минимум 7-9 утра до 9 вечера, а летом это будет 10-11. Массаж, то есть мы сейчас еще полностью, то есть у нас последние, скажем так, элементы насчет цен, но приблизительно цены будут в среднем 130-150 евро, в зависимости от массажа, это стартовая цена. Детский бассейн, да, у нас перед Саби, пляжный полотенце дают спа и по карточкам, привилегии для молодят и мини-платные занятия.
не очень поняла вот, привилегии именинников платные занятия. То есть у нас, если имеется в виду касательно спа, да, у нас будет, например, daily access для других гостей, но если вы проживаете, так как, потому что пляжная зона только для наших гостей, у нас будет лежанки, у нас будет такое, мы будем давать и крем, и у нас будет полотенце, вода, то есть у нас такой будет пляжный кит. И в ваших комнатах, когда будете пребывать, с учетом мер сейчас, да, ковида, у нас будет такой health and safety kit тоже, и непосредственно у вас будет такая сумка, которую мы будем вот это предоставлять все эти моменты. Йога платная, стоимость хайкинга. Йога для гостей бесплатно. То есть йога предлагается для наших как бы гостей, которые проживают. Насчет стоимости хайкинга я вам отправлю отдельно, потому что это у нас брошюра experience, и опять же, как спа, у нас есть некоторые моменты, которые мы ждем, чтобы нам было более ясно с ценами. Пляж небольшой или галечный? Нет, пляж у нас на протяжении 100 метров, протяженностью 100 метров, и он реально песчаный, он мягкий, пушистый, то есть реальный песок. Песок мы привезли из Турции. Душ есть на пляже, трансфер есть и рум-сервис. Душ есть на пляже, насколько я видела, я уточню, но на пляже душа нет, потому что мы как бы... рассчитываем, ну, как бы для проживающих гостей. Трансфер, да, есть. У нас есть сейчас включены цены для трансфера именно на машинах, S-класс, E-класс и так далее. Есть также Vans опции и рум-сервис, естественно. Рум-сервис будет 24 часа, и таким образом, то есть у нас будет отдельное меню, и гости смогут выбирать по желанию. Благодарю за ваше внимание, и если есть еще дополнительные вопросы, буду рада прочитать и разослать все материалы, которые у нас есть. И команда Таисия и Travel Professionals, они нам помогут с Анастасией. Спасибо всем за ваше внимание. Можно вашу почту? Я напишу, Елена. Спасибо большое. Таким образом, я буду рада представить Татьяну, и она расскажет вам про другой замечательный отель. Это Nikki Beach. Всем доброго времени суток. Как меня слышно? Напишите, как меня слышно. Ага, хорошо, отлично. Всех очень рада видеть. Сейчас минутку только я найду мою презентацию по Nikki Beach. Я извиняюсь за такую техническую, да, минутку. Скажем, я надеюсь, что мы сейчас уже начнем. Вообще, всем доброго времени суток. Огромное спасибо за участие, за приглашение, да, для участия в этом семинаре. Огромное спасибо нашим партнерам, Таисия. Да, все, загрузилось. Огромное спасибо. Таисия, огромное спасибо. Также, ага, обработка Таисии идет, но я уже сейчас начну свою презентацию. Значит, хотелось бы вам, дорогие коллеги, украинские наши партнеры, поблагодарить вас, поскольку я знаю, что вы в прошлый нелегкий год, в прошлый нелегкий сезон нас поддержали с еще одним продуктом, с еще одним отелем, который я представляю. Это наш дорогой резорт Дукли с его резиденциями, да, гостиницей Infinity, гостиницей Гармония. Сегодня я вам буду представлять новинку этого сезона, праздник жизни, как говорит Таисия. Да, вот загрузилась, уже могу вам представить. Да, изюминка этого сезона, Nikki Beach Montenegro. Мы открываемся 1 мая. Угу. Мы открываемся 1 мая. И, значит, кто-то из вас уже слышал про Nikki Beach, да, про такую компанию глобальную, кто-то нет. Но вот для тех, кто не знал, я предлагаю такой краткий ракурс в историю. Компания Nikki Beach появилась в 98 году с открытием первого пляжного клуба в Майами.
поскольку мы наша компания начиналась как пляжные клубы, с концепцией, объединяющей гастрономию, музыку. Это уникальная концепция, которая вот объединяет в себе музыку, гастрономию, моду, развлечения, искусство, кино. И эта идея настолько пришла всем по душе, что компания начала развивать эту концепцию, да, и открывать еще пляжные клубы по самым курортным, самым сочным направлениям нашей планеты, и также решили развивать эту бизнес-концепцию и открывать отели. Таким образом, на данный момент, на сегодняшний момент, пляжные клубы Nikki Beach представлены в таких 13 тусовочных направлениях нашей планеты, в таких как Майами, Монте-Карло, Сан-Барт, Ко-Самуй, Дубай, Ибица, Марбелья, Майорка, Сан-Тропе, Монте-Карло, то есть все-все-все тусовочные, самые такие cool варианты для праздника жизни. А отели Nikki Beach представлены в 5 направлениях, 2 из которых находятся в Греции, 1 в Дубае, 1, кто-то уже из вас его и знает по Дубаю, да, и 1 в Таиланде на Ко Самуи. И 5-й отель — это мы открываемся 1 мая в Черногории, да. Чем вообще мы уникальны как продукт Nikki Beach, да? Мы уникальны тем, что мы находимся, да, вот в таком уникальном месте, в энергетически заряженном месте, поскольку полуостров Луштица вообще в кругах таких духовных практикантов считается как раз-таки таким энергетическим местом. На берегу Бока Каторского залива, да, который является, его называют единственным фьордом Средиземноморья, он находится под защитой ЮНЕСКО. Всего лишь в 10 минутах езды от аэропорта Тивата мы находимся, да. На территории, что еще уникального, мы вообще панорамный вид, да, такой на острова Пресвятой Милосердной Богородицы, на остров Святого Марка. Также с нашей пристани мы будем организовывать водное такси для наших гостей до порта Монтенегро, поскольку мы смотрим через залив на порта Монтенегро. И, соответственно, ваши гости, ваши клиенты не будут скучать, поскольку у них будет уникальная возможность еще и пошопиться, да, во время отдыха в Черногории, поскольку в порто представлены, ну, различные бренды, известные, такие как Max Mara, Valentino, Off-White, Isabel Maran, Gucci и так далее, Philip Lane всеми любимый, да. То есть будет уникальная возможность еще и выйти прогуляться, выгулять платье свое, туфли, кто если туфли на каблуках возьмет с собой в поездку. Уникального еще что у нас, это то, что у нас есть свой сад-огород, да, где мы выращиваем свою зелень, петрушечку, помидорки черри, овощи выращиваем, свеколку, мяту, и у гостей будет уникальная возможность пойти самим в сад-огород, самим понабрать, так скажем, урожай и предоставить все это, вручить нашему шефу-повару, чтобы он приготовил что-то здоровое, да, здоровое блюдо, поскольку фокус компании Nikki Beach – это здоровая еда, экологичная, это фокус на местные продукты. Кухня Nikki Beach – это интернациональные блюда, всеми известные, да, и это и свежая рыба, и свежие морепродукты, и местные деликатесы черногорские, такие как пршут, сыр и так далее, местные овощи, зелень. Также в нашем гостинице, в ресторане Nikki Beach мы будем подавать Black Angus, экологический Black Angus, который выращен в горах Черногории. То есть это тоже местное производство. Да, если позволите, я сейчас немножко откачу мою презентацию. Уникального еще, что на нашей территории находится 4 открытых бассейна с подогревом, огромный пляж, платформа, микс-платформа и мелкая галька. Все это на 100 метров, то есть места достаточно для всех гостей абсолютно. Один закрытый бассейн у нас есть, который входит в Nikki Spa, в наше
гостиничная спа, где мы будем предоставлять всевозможные бьюти-процедуры, услуги профессиональных массажистов, все это с косметикой Clarins. И также для гостей будет возможен вход в спа на базе комплиментари. А это что значит? Это значит пользование тропическим душем, сауной, хамамом и закрытым бассейном, соответственно. И в приложении к спа есть еще и фитнес-зал для всех желающих не расслабляться, так скажем, на отдыхе. В нашем зале представлено оборудование знаменитого американского бренда Life Fitness. И, конечно же, все сливки нашего отеля, это открытие также будет состоится 1 мая, наш Nikki Beach клуб, наш уникальный клуб-продукт, который вот просто все с нетерпением ждут, поскольку это первый Nikki Beach клуб на Балканах, на этой территории. Кто-то из вас уже, может быть, слышал про клубы Nikki Beach, про его программы, чем известен Nikki Beach. Nikki Beach известен своей развлекательной программой, да, своей театральной, оригинальной доставкой шампанского, своими огромными лодками суши, которые запускают в бассейн прямо перед гостями, да, это танцовщицы, акробаты, это свой резидент-диджей и свой резидент-саксофонист, который будет развлекать всех гостей клуба. В клуб будет доступен вход и для посетителей со стороны, не только для проживающих в гостинице. Клуб я вам расскажу чуть попозже, а сейчас я бы хотела остановиться на отеле Nikki Beach. Это небольшой отель, всего лишь фитнес бесплатный, время работы клуба. Фитнес бесплатный, я сразу же, да, отвечаю вдогонку, фитнес бесплатный для гостей, а время работы клуба с 12 дня до 8 вечера. И вся развлекательная программа вот будет в эти часы проходить. Значит, отель небольшой, это 45 номеров, просторных, шикарных номеров и свитов, есть и свиты. В дизайне интерьера представлены белые, такие нежные, голубые тона, очень много зелени, бирюзовых нюансов, потому что все это несет вот идею вообще всей компании Nikki Beach, праздник жизни, празднование жизни, celebration of life, да, это простор, это свобода, это, так скажем, хиппи, элементы хиппи-культуры, да, которые вы увидите не только в интерьере, но и, например, в дизайне, да, наших кроватей роскошных в нашем клубе, а также униформы сотрудников будут в том же самом, с тем же самым вайбом, да, с тем же самым настроением выполнены. 80% номерного фонда у нас выходит как раз-таки вот на этот панорамный вид на море, на остров Пресвятой Милосердной Богородицы, остров Святого Марка. Номера представлены и стандарты, и суперьоры, и также, вот вы можете посмотреть, да, и также представлены и номера с пулсайд, да, со своим уникальным патио, где гости смогут просто полежать, да, на шезлонгах в непосредственной близости от бассейна. Так, минутку. Переключаю. Представлена у нас также и студия, и односпальные свиты, и двуспальные two-bedroom свиты с кухней, да, экипированной, а также наш знаменитый, да, ну, знаменитый, кто-то уже слышал о нем, свит, signature свит, наш вот фирменный свит от Nikki Beach Черногория. Это просторный свит с уникальными элементами внутри. А какие это элементы, я вам сейчас расскажу. Во-первых, этот свит очень подходит для молодоженов, для семейных пар, для всех, кто празднует какое-то романтическое событие, да, в жизни. Годовщина свадьбы ли это, или годовщина знакомства. Также этот свит может подойти идеально и для организации мальчишников, девичников,
Почему, спросите вы? Потому что есть свой джакузи прямо внутри, в комнате, в номере, в свите. Есть панорамные окна с этим вот панорамным видом, да, на этот остров Пресвятой Милосердной Богородицы. Есть свой камин в свите. Есть своя сауна, финская сауна, да. А также изюминкой этого свита является мини-лифт, который присутствует в кухонном уголке свита. Чем хорош этот мини-лифт, а то, что вы в бесконтактном режиме сможете просто по видео или аудиосвязи заказать себе, ну, не знаю, устрицы, шампанское и любые деликатесы, и через несколько минут, вот представьте, лифт поднимется прямо у вас в комнате, дверки откроются, и вы сможете забрать свое шампанское, свои устрицы и наслаждаться жизнью, да, в этом свите. Так, сейчас я бы хотела... Мини-диско будет, кроватки. Ну, давайте я на вопросы все вот после клуба отвечу. А сейчас предлагаю перейти на презентацию клуба. Отдельное... внимание ваше заострить на наши различные роскошные зоны, кровати, да, которые будут присутствовать в Nikki Beach клубе. Секунду. Так, вот такой прекрасный вид, кстати, вот на фотографии, прошу обратить ваше внимание, это и есть остров Пресвятой Милосердной Богородицы с маленькой древней церквушкой, да, замечательной просто. Вот так выглядят два бассейна нашего клуба с роскошными кроватями вокруг. Так. Угу. Кстати, карта, да, карта нашего резорта, вот вы видите под номером 14, это пляж, вот 100-метровый пляж с шезлонгами и зонтиками, которые уже включены для гостей отеля. Это уже будет включено в стоимость пользования. Ну, а на услуги F&B, так скажем, на услуги бич-клуба у всех гостей, проживающих в нашем отеле Nikki Beach, будет уже стартовая 10% скидка на все F&B, на напитки, блюда, еду. Такой замечательная, да, услуга для гостей. Вот. Будут представлены разные зоны у нас в клубе, от зоны премиум VIP, которая будет вмещать до 10 человек, да, со своей, будет вмещать свою джакузи, свою лаунж-зону, свой отдельный вход, своего батлера, свою приветственную бутылку шампанского. И прошу обратить внимание, да, что мы не берем плату за вход в клуб, потому что вся концепция построена на минимальном заказе, то есть ваши клиенты на входе, да, платят сами себе же кредит, оставляют сами себе же кредит на F&B услуги, на еду, напитки, и в течение дня их тратят. Да, вот принцип минимального заказа. В зависимости, минимальный заказ будет меняться в зависимости от выбранной зоны. Есть VIP-галерея, есть вот такие вот роскошные кровати у бассейна на троих человек, на пятерых. Это роскошные opium bed, мы их называем, да, поскольку вот они вот с такими шторками великолепными. И, конечно же, присутствие культуры хиппи, элементы, да, этой культуры вы видите в дизайне. Вот шатер, такие шторы, растения, корзиночки, все это несет вот эту легкость и свободу и наслаждение, так скажем, жизнью, праздник жизни, да, поскольку наш слоган это Celebration of Life, празднование жизни. Да, будем мы праздновать жизнь свою под музыки нашего саксофониста, резидент-саксофониста, резидент-диджея в клубе. Кстати, что касается диджея, вот сеты вообще всех Nikki Beach клубов, это достаточно известный продукт в мире диджейском, и быть резидентом клуба Nikki Beach — это очень такая привилегированная позиция, не всякий диджей сможет получить такую уникальную возможность. И, конечно же, для желающих, да, кто пришел не в компании, а поодиночке или вдвоем, мы будем предоставлять возможность и
еще и насладиться, да, развлекательной программой Nikki Beach Club при помощи вот такой выбранной зоны, зона у бара, то есть вот такое место у бара, место для знакомств мы его называем, поскольку это идеально, когда все девочки, да, поодиночке вдвоем собираются, мальчики подходят, все знакомятся, пьют коктейли, жизнь идет дальше, все наслаждаются свежим воздухом, морской водой, пляжем. Так, и немного про зону пляжную нашу, да, вот такие шезлонги, удобнейшие шезлонги, представленные, зонтики в нашем клубе. Также будут и свои кабаны, такие пляжные с огромной кроватью, с персональным душем, с персональным туалетом прямо уже здесь, в этой кабане. Так, или будут в доступности обычные, прошу прощения, обычные шезлонги и зонтики, да, и для желающих, кто хочет насладиться пляжем Nikki Beach клуба. Я извиняюсь, что-то у меня с голосом случилось. И что касается мероприятий, да, поскольку Nikki Beach клубы, они везде известны своими мероприятиями масштабными, да, знаменитая White Party у Nikki Beach. Кто-то уже побывал на ней, кто-то знает. Мы свою White Party запланировали на вторую половину июня. А также в течение этого лета, в течение этого сезона мы распланировали 4 мероприятия, да, 4 удовольствия. Это Last Monday is my summer, то есть, который будет проходить каждый понедельник, то есть под музыки нашего резидент-диджея. Девочки будут танцевать, развлекать народ, а мы будем забывать, что такое вообще понедельники, поскольку лето на дворе, да. Каждую среду в июне-августе мы будем развлекаться у бассейна, пробовать фирменное мороженое Nikki Beach, пробовать фирменные коктейли Nikki Beach. Например, пина колада от Nikki Beach будет подаваться в самом настоящем ананасе, да, согласитесь, просто фишка. Ну и вообще клуб, у нашего клуба будет прекраснейший панорамный вид и, ну, идеально подходящий и для фотосессий, и для каких-то видео, для Инстаграма, для ТикТока, да, особенно когда будет выноситься такой... наш фирменный вынос шампанского. Кстати, мы будем выносить шампанское на самолете и еще на чем-то. Но пусть это останется сюрпризом для всех нас. И по пятницам, каждую пятницу мы будем проводить вечеринки, которые будут называться Розе Фрайдейс. Да, вот на картинке, на фотографии вы видите девочек, да, в розовых купальниках, в розовых шапочках. Саксофонист будет играть розовые мелодии. Напитки все будут подаваться и предлагаться в розовом цвете. То есть мы будем вот в розовых очках, все будем наслаждаться жизнью. И я надеюсь, что саксофонист, да, что-то тоже должен придумать со своей стороны розовое, например, перекрасить свой саксофон в розовый цвет. Ну, это мы ему предложим, он посмотрит. И еще одна уникальная возможность насладиться, да, развлекательной программой, кто не попал на кровати, на кабаны. И у людей будет еще уникальная возможность попасть на... Каждое воскресенье мы будем проводить специальные бранчи по традиции Nikki Beach, и это будет называться Amazing Sundays, когда люди будут приходить, покупать разные пакеты, будут и безалкогольные, и с алкоголем включенные пакеты, то есть все, кто придут на бранч, смогут наслаждаться еще и развлекательной программой Nikki Beach, то есть это будет уникальная тоже возможность посмотреть, что же такое Nikki Beach, да, нашумевший. Так... Ну, давайте теперь я предлагаю ответить на вопросы. Фитнес бесплатный? Да, включенный в стоимость для гостей. Время работы клуба с 12 до 8, мини-диско будет. В каком плане? Для детей вы имеете в виду, да? Кроватки дают в номер? Конечно, дают, бесплатно, бесплатно, на бесплатной основе. Вообще, хотелось бы отметить, что в наших номерах Superior есть отдельная... скажем, диван-кровать,
отдельно раскладывающийся диван, который может вместить еще одного ребенка вот на бесплатной основе. И вообще, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы будем в индивидуальном порядке вообще рассматривать все бронирования, там, если касается детей или там, третьего взрослого, мы все это будем рассматривать. Пожалуйста, вот, ну, не заостряйте ваше внимание вот на информации, которую мы дадим, да, мы всегда будем, так скажем, flexible режиме работать. Конференц-зал есть и сколько? Нет, конференц-зала на данный момент нет. Номеров Signature Suite. Ну, он один, он уникальный, Signature. Коктейли платные, да, платные. Диджей платный. Диджей, вообще программа и сеты диджей, резидент диджей, это все включено вот в ваш минимальный заказ, так скажем. Так. Привилегии для именинников. Привилегии для именинников. Будет какая-нибудь приветственная бутылка, скорее всего. Одиноких мужчин заселяют. Ну, конечно, заселят. Ну, чего ж вы. И перестанете быть одиноким в Ники-Бич в это лето. Торжества организовывают? Конечно, организовываем. У нас уже столько поступило вообще заказов и на свадьбы, и на всяких девичников, мальчишников, потому что народ знает, что такое Ники-Бич, да? И знает, что это классный продукт, классные виды, классная музыка и вообще программа развлекательная. Шампанское и фрукты дают в номер. Ну, конечно, дадим, конечно, дадим. У вас в Signature Suite, если вы выберете, то вы даже сами его закажете, и мини-лифтом приедет, вы откроете, и опа, сюрприз, да. Привилегии для молодых, да, имейте в виду, молодые, для молодоженов. Ну, мы организуем какой-нибудь сюрприз обязательно. Кондитерская есть и мороженое. А, это уже детальные вопросы. Кондитерская есть, конечно же. Спасибо. Прачечная есть? Нет, прачечной нет. Но мы будем сотрудничать с одной прачечной, с известной в Тивате. Утюг по запросу, конечно, утюг по запросу. Какие варианты питания есть? Варианты питания bed and breakfast, то есть завтраки включены. Все остальное идет а-ля карт за дополнительную плату. Так, еще, дорогие мои, еще какие-то вопросы есть? Я вижу, что вы прям все заинтересованы, я все понимаю. Это уникальный продукт, вообще классный. Мы все просто с удовольствием ждем его открытия. Кстати, к нам приехал, поделюсь с вами секретом, к нам уже приехал менеджер бич-клуба, его зовут Паоло, и он итальянец. Да, еще, кстати, не сказала, да, вот и это тоже ведь уникально. Мы будем проводить такие ужины при свечах, так скажем, under the stars на нашем пирсе. Церквушка, которая вот на острове находится, Пресвятой Богородицы, мы ее будем подсвечивать, да, чтобы все вот создавало такой, такой праздничный вариант для фотографий, такую праздничную романтик, ну, не романтик, так скажем, а такую атмосферу под звездами. Будем также организовывать свои вайн-тестинги с нашим замечательным F&B-менеджером, который и еще и по совместительству является и профессиональным сомелье. Будем пробовать вино, то есть будем организовывать такой кружок, так скажем, любителей вина. Наш Марко, его зовут Марко, он будет нам давать попробовать разное вино, будет учить нас определять вкус вина, запах вина. У него есть такая специальная штучка замечательная, такой набор для сомелье с разными запахами, да, парфюмами, которые могут встречаться вообще в вине. То есть Марко нас будет учить, как нужно вот отличать вообще запахи. Так, напишите свои контакты, плиз, обязательно напишу в конце этой презентации. Супер, теннис и боча есть? Нет, но организуем для всех любителей, да, и теннис, и бочу, все можем организовать. Сколько а-ля картов? А-ля карт один ресторан, один, Ники Бич называется, Ники Бич Ресторант. Пожалуйста, контакты и WhatsApp. Конечно, обязательно, так, Оксан, все отправлю, ага.
отправляю вам контакты, то есть в конце презентации. И также Таисия мне вот, как бы сказала, в пару, парочку слов, парочку минут вам еще напомнить про еще один уникальный наш продукт. Сейчас я найду презентацию. Это продукт, который вы, скорее всего, уже знаете. Это резиденции наши дорогие Дукли. Сейчас, минуточку, найду брошюрку. Да, кто-то уже знает, поскольку вообще Украина нас, как я уже отметила, в прошлый год просто спасла, да. Сейчас, Оксан, не уходите, я еще пару минуточек вам посвящу вот напоминанию про этот наш резорт, да, замечательный. Наш город в городе, который идеально подходит для семейного отдыха, потому что у нас три своих пляжа, да, один из которых песочный, да, песчаный, другой пляж с мелкой галькой, и третий пляж вообще пляж со своей платформой и с уникальным рестораном Key West by Nikki Beach, да, то есть тоже Nikki Beach будет присутствовать, дух Nikki Beach нас не покидает и в Дукле, да, и в резорте Дукле. Также, как оказалось, в прошлом году Дукли резиденции выстрелили вообще идеально, потому что они оказались идеальными вообще для такого постпандемийного, для постпандемийного периода, также идеально для периода локдауна, потому что территория частная, весь резорт находится в частном парке с вечно-зелеными растениями, есть огромные дорожки для бега, для ходьбы. То есть даже если случится локдаун, наши проживающие гости в резиденциях могут выходить и вообще вот как-то передвигаться по резорту, дышать свежим морским воздухом, заниматься. И у каждой резиденции есть свой отдельный вход-выход, то есть нет вот этих вот общественных зон, лифтов. То есть все это просто вот как будто рассчитано, да, на такие условия пандемии и бесконтактный режим. Все резиденции достаточно комфортные. Сейчас я немножко вперед прокручу презентацию. Все резиденции достаточно просторные, минимальная резиденция где-то, минимальная площадь это где-то 80 квадратных метров, все цвета такие желтые, голубые, песочные, такие удобные, комфортные, да. У каждой резиденции есть огромнейшая терраса, большинство резиденций идут с джакузи уже, да, и большинство резиденций смотрят на море, а Дукли находится, еще раз, да, напоминаю, Дукли находится между старым городом Будвой и поселком Бечичи, вот на этом полуострове Завала, в таком уникальнейшем месте с прекрасным панорамным видом. Да, да, у всех резиденций, вот я начала про резиденции рассказывать, у всех у них есть свой кухонный уголок, то есть оборудованная полностью кухня, то есть все это удобно для семей, ну не только семей с детьми, но и для пар, для пожилых людей, ради свежего воздуха и моря приехать сюда и насладиться этим всем. Да, есть резиденции one bedroom, two bedroom, three bedroom, есть пентхаусы, two bedroom, three bedroom, пентхаусы. Так. Также вот что вот в прошлом году выстрелили завтраки на террасах, то есть вот опять-таки этот бесконтактный режим. Что еще мы можем организовывать? Можем организовывать доставку медикаментов и еды непосредственно в резиденции, в номера отелей Дукли. В нашем резорте работает команда вообще профессиональных консьержей 24 часа в сутки. Все они говорят не только на местном английском языках, но и на русском в том числе. Также для гостей предоставляется своя парковка внутри резорта. Да? Частная территория резорта охраняется 24 часа в сутки. И у резорта есть своя прачечная, которая обслуживает только гостей резорта, только гостей резиденций. И в прошлом году были такие серьезные меры продуманные, разработанные для
работы вообще по безопасности работы и прачечной. У резорта есть свой автопарк, напоминаю, да, со своими машинами, доступными только для гостей. Каждая машина обрабатывается перед каждым использованием. Также мы с прошлого года ввели чек-ин и чек-аут непосредственно в резиденции или в номере, то есть гостю не надо было идти на ресепшн, да, и находиться в таком закрытом пространстве. Также чек-ин мы можем организовать и до заезда гостя, до приезда его вообще в Черногории. Ему достаточно просто послать свои координаты, послать свои паспортные данные. Да, детские телеканалы есть, сколько а-ля картов, да, а-ля картов очень несколько. Пожалуйста, контакты, WhatsApp, окей, Оксан. Это я уже старое сообщение читаю. Вот один из таких самых известных а-ля карт ресторанов вообще этой живописной зоны, это Seafront, Дакли Seafront ресторан с огромным видом просто вин местных и иностранных, с потрясающими видами. И специалитет этого ресторана – это морепродукты, это блюда из осьминога, а фирменное блюдо – это тартар из тунца. Да, уже кто-то уже попробовал, да, это уникальные блюда от нашего шеф-повара. Вот они, пляжи. Моэте Шандон, это один из пляжей, это песчаный пляж с пологим входом, то есть идеально подходит для детишек маленьких. Шезлонги абсолютно удобнейшие, с потрясающими такими покрывалами одноразовыми, которые меняются после каждого использования. Это все в комплексе вот этих защитных мер было принято. Кстати сказать, и Ники Бич, и Дукли мы получили тоже вот этот вот сертификат Safe Travel и выполняем все предписания и меры по безопасности наших гостей. Все сотрудники проходят, все сотрудники меряют, например, температуру, да, в начале рабочего дня, а также пользуются защитными средствами, носят маски. И вообще, что хочется сказать вообще про этот дорогой резорт и про вообще про компанию Дукли, то, что с прошлого года, с того момента постпандемийного на сегодняшний день компания сохранила всех работников, а также еще и новых сотрудников принимает на работу. То есть все это передает вот такой вот семейный дух вообще всего резорта, и вот гости это ощущают, и поэтому это вот так уникально, идеально для семей. Еще один пляж, да, Key West by Nikki Beach, как я уже сказала, это пляж-платформа со своим резидент-диджеем, будет проходить еще одним а-ля карт-рестораном с карибской кухней, карибской энергетикой. Третий пляж с мелкой галькой и чистейшей водой, который потрясающе подходит для плавания с маской и разглядывания подводного мира. Также вход пологий и вот такой уединенный пляж. Это просто вот замечательно, кто хочет уединиться, насладиться, помедитировать, поскольку это место просто потрясающе подходит для духовных практикантов. То есть если у вас есть клиенты вообще, кто интересуется духовными практиками, спокойно можете рекомендовать и Nikki Beach из-за вот местонахождения за полуострова Лушницы, а также вот из-за этого полуострова Завала, поскольку все это такое уединение с природой и такая вот девственная, да, скажем, природа, это все очень хорошо для медитации. И изюминка еще резорт Дукли является свой бассейн, открытый с подогревом, который находится в отеле Infinity. Да. Для детей, для семейного отдыха все продумано, то есть есть и Kids Club, и своя уникальная такая студия Open Hut, где проводятся мастер-классы по детскому творчеству, как, например, роботостроение, лепка, гончарное искусство, все это для развития детей, а в летние месяцы, где-то с июня, мы организуем летний лагерь на базе Академии Дукли, где для детей будет полностью продумана программа от физических активностей до изучения иностранных языков и до, конечно, развивающих тоже активностей. Все, что нам, родителям, да, необходимо, чтобы ребенку было хорошо, ну и нам будет хорошо. Также Дукли идеально подходит для ивентов, поскольку здесь потрясающие виды, площадки. Есть свой конференц-зал на 225 делегатов. На данный момент мы не проводим ничего в связи вот с предписанными мерами, но планируем, понятно, уже и запросы есть на конференц-зал, то есть планируем все это
потихоньку разворачивать. А также для тех, для ваших клиентов, пожалуйста, их вот донесите им ту информацию, что в Дукле есть своя зубная клиника, то есть кто хочет совместить приятное с полезным. Да, есть и своя Дукле Марина. У нас, кстати, в этом году очень много кто спрашивает, а вот с яхтой можно ли приехать? Конечно, можно. Есть своя Дукле Марина, которая принимает, ну, лодки, яхты различной величины. И для всех проживающих в резорте Дукле есть как бы свое специальное предложение на парковку в Марине. Так, и... Понятно, кто не знал, кто знает. Для всех любителей искусства тоже будет интересно в резорте, поскольку в нем находится более 50, да, таких скульптур и картин от молодых потрясающих художников, скульптуристов. Все это курирует наш замечательный Марат Гельман, знаменитый галерист. То есть у всех желающих, кто захочет с Маратом пообщаться, будет такая уникальная возможность. Пожалуйста, это клиентам тоже можете доносить. Так, вебинар будет в записи, контакты можно будет уточнить. Окей, алкоголь платный, баночное питание есть. Баночное вы имеете в виду для детишек или не совсем поняла, но напишите, я контакт оставлю, пишите, мы на все вопросы ответим. Хорошо, всем спасибо тогда, я пишу наши контакты. Стоимость Дукле Марина. Напишите все мне на почту. Вот я пишу: Татьяна @ Nikki Beach. Вот мой контакт, да, в Nikki Beach. Вот оно. Вот контакт по Дукле, да, кто-то. На том e-mail я вообще спокойно доступна. Вот мой телефон. WhatsApp пишите, да, на данном празднике жизни мы заканчиваем нашу презентацию. Огромное еще всем спасибо, хорошего дня, пишите, приезжайте, всех благодарим, пока-пока.